Неужели молчалин избран ей? А чем муж? Ума в нем только мало. Ну, чтоб иметь детей, кому ума не доставало? Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Он, на цыпочках, не богат словами, какую ворожбой умел к ней в сердце влезть. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче? Без печали? По-прежнему-с. А прежде? Как живали? День за день. Нынче как вчера. К перу от карт, и к картам от пера, и положенный час приливом и отливом. Могу назвать себя счастливым. По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил. Взманили почести и знатность. Нет. Свой талант у всех. У вас? Есть чины. По службе не успех. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое ж диво тут? Жалели вас. Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, воротясь. С министрами про вашу связь, потом разрыв. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне. Я с ней не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Да это полно талис. Татьяна Юрьевна. Известная. Притом чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. На что же? Так. Частенько там мы покровительство находим, где не метим. Я езжу к женщинам, но только не за этим. Как обходительно, добра, мила, проста. Балы дает, нельзя богаче от Рождества и до поста летом. Ой, праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить. И награждение брать, и весело пожить. Когда в делах я от веселья прячусь, когда дурачиться дурачусь, а смешивать два этих ремесла есть моих искусников, я не из их числа. Простите? А? Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам? Ну что ж. При 3 министрах был начальник отделения. Переведен сюда. Хорош. А? Густейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слуг его здесь ставят в образец. Читали вы? Я глупости не чтец, а пуще образцовых. Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. О, и по всему заметно. Не смею своего суждения произнести. Зачем же так секретно? А в мои лета не должность иметь, свое суждение иметь. Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы? Ведь надо бы зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших. С такими чувствами, с такой душою любим. Обманщица смеялась надо мною.